Почему она всегда ползет в ту сторону? В той стороне, государь, находится море, откуда ее привезли к нам. Если даже такому низкому существу, как черепаха, задана великая цель, то что же человек? Куда должно быть направлено его высшее устремление. Ничтожные люди этого мира должны стремиться только к одному. Верно служить своему государю. Не как это наш наследник борьбой занимается. А это что за ребенок? Тот, который схватился с королевичем. Государь, я прогоню его. Нет, нет, мешать не стоит. Пусть борется, а мы посмотрим. Что же ты? Министр войск. Кто у нас самый могучий воин в государстве? Хонгу, государь. Начальник дворцовой стражи. Вызвать его немедленно сюда. Он здесь, государь. Оглашается королевский указ. Начальника стражи Хонгука освобождаю от должности и назначаю первым воспитателем наследника. Воспитатель наследника должен сделать все, чтобы к 20 годам королевич стал самым сильным воином государства. Для достижения этой цели воспитателю наследника дозволяется делать все, что он найдет необходимым. При этом за жизнь королевича он не отвечает. Но если к назначенному сроку сей указ не будет выполнен, то первый воспитатель наследника должен быть казнен. Начальник канцелярии, приобщите указ к самым важным государственным постановлениям. Thank you.
Покойный Хонгук сделал свое дело. Благодарение ему. Хотя, надо сказать, сам черт не выдержал бы тех жестоких испытаний, через которые старик заставил меня пройти. Я чудом не умер от холода и голода. Но зато я теперь непобедимый воин. Послушай, ты мой самый близкий друг. Я так люблю слушать твои стихи, мой поэт. Своим воинским мастерством я обязан, собственно, только тебе. Государь, палачи прибыли по вашему велению. Пусть начинают. А за что же его будут наказывать? За то, что этот человек, верный воин, сражался в поединке с государем не в полную силу. Однако, государь, вы могли бы проявить к этому человеку снисходительность. Он поверг ваше величество на землю, но рубить не стал. Он поступил как истинно любящий своего властелина подданный. Эй, ты! Тут говорят, что ты мог зарубить меня. Хочешь еще раз сразиться со мной? Я повелю. Нет, государь, не хочу. Я лучше умру так. Бить его, пока не умрет. Таково его собственное желание. Не стоит больше обращать внимание на мелочи. Пусть лучше близкий друг государя почитает нам свои стихи, а мы послушаем. Стихи, государь, не рождаются под звуки казни. Ну так мы удалим их отсюда. Эй, вы там! Уйдите куда-нибудь. Музыканты, играйте. Ну что же ты? Что еще надо моему другу поэту? Всего лишь справедливости, государь. Несправедливость не может порождать прекрасных стихов. Уже давно я замечаю, что близкий друг государя не проявляет радостных чувств. Что печалит нашего замечательного поэта. Государь, отпустите меня из дворца. Почему? Государь, моя поэзия изнемогает рядом с вашей силой. Отпустите ее на волю, чтобы она не погибла. Дорожа высокой дружбой, которая принесла мне столько счастья. Я прошу вас об этом. Ну что ж, хорошо. Пусть будет по-твоему. Можешь уходить. Хоть сейчас. Но с этого дня меня ты больше не увидишь. Я хочу уйти, ничего не помню еще ничто.
снова стать ничего не значащим ничем, каковым был до рождения своего. Я скоро этого достигну и с радостью уйду, не оглянусь. Ни о чем не пожалеет моя душа. Стихи мои в этом мире не нужны. Напрасно они родились на свет. Совершенно напрасно. Так чего же мы, поэты, мечемся среди людей со своими несбыточными мечтами? Учитель Ян, идите в другой дом. Наша очередь кормить вас кончилась. Кончилась. Я ездил в город, мне нужно было купить одежду. А это не наше дело. Я замерз, разрешите переночевать, а завтра я переберусь куда-нибудь. Сегодня перебирайтесь. Сегодня. Позовите Цая. Я хочу с хозяином переговорить. Хозяин и не велел вас пускать. Все. Доченька, ну Все молчать. Повторяй за мной. Ме! 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 Тихо! Надоело вас учить. Все вы паршивцы и негодяи. Ма! Ма! Thank you.
Ма! 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 Тихо! Ма! Тихо! Читать и повторять. Негодные, как они все. Единственная дочка, надо же! Чем ты тут занимаешься? Твой отец не разрешает тебе наказывать, жалеет. Совершено неслыханное преступление. Такое преступление, что нам всем после этого нельзя спокойно жить на белом свете. Надо отомстить, иначе небо отвернется от нас, как от подлых тварей, недостойных существовать на земле. Возьмите на 10 лет всю мою землю, господин Гу. Возьмите половину урожая за этот год. За 10 лет вы получите втрое больше этих денег. Хорошо. Я дам то, что вы просите. Но с условием. Землю беру не на 10, а на 11 лет. И половину суммы выдам векселями, которые вы сможете обменять в Китае.
Кажется, вы собираетесь туда ехать. Поехал в Китай искать Яна. О, Китай, большая страна, нелегко там найти человека. Много лет я проскитался по разным городам, пока наконец мне не сказали, что он может быть на тайных серебряных рудниках. Вот я и напал на его след. Слишком долго гонялся за ним по всему Китаю, чтобы теперь покончить в торопях. Ведь я ждал этого 10 лет. Уходите. Женщинам здесь не место. Извините, вы не могли бы дать мне какую-нибудь обувь? Моя изорвалась на камнях. Я иду издалека. Женщина, пришедшая неизвестно откуда, мешала мне сосредоточиться. Моя месть должна была свершиться при полной ясности чувств.
помою вам ноги и подорожникам раны надо залепить. Спасибо, братец. Наденьте. Это все мое. Вам будет впору. Спасибо. Вам не удастся совершить то, что вы задумали, господин. Должен взять его жизнь. Нельзя человеку убивать человека. Идемте со мной, прошу вас, господин. Идемте. Я спасу вам жизнь. Ты одолел меня. Но напрасно помешал мне, сынок. Зачем ты вернулся домой? Ты возьмешь себе молодую наложницу. Мы найдем тебе какую-нибудь бедную девушку или молодую вдову. Пусть она родит тебе сына. Слышишь? Ты слышишь?
Еще не поздно, а как спать хочется. Моя немая ложится с курами, зато раньше всех встает. А когда спит, так уж ее никто разбудить не сможет. Развелось много ежей. Ежи ведь кричат совсем как зайцы. Или, скажем, утята. Кто бы мог подумать. Вы на нее не обижайтесь, хозяин. Она глупая. Ничего не понимает. Как дитя. Зато работает, не покладая рук. И сына вам родит обязательно. Сунгу, написал ли ты новые стихи? Написал, учитель. Ответьте мне, если ты никогда раньше не встречал белую лилию и вдруг увидел ее на заводе, можно ли сказать, что лилии никогда на свете не было до этой встречи? Была. А если ты сочинил прекрасные стихи, которых еще никто не сочинял, можно ли сказать, что их не было раньше на свете? Ответьте, существуют ли на свете стихи, свободные и самостоятельные, как существуют разные цветы, бабочки, как существуют водопады и высокие деревья. Или для того, чтобы появился новый стих, обязательно нужен какой-то особенный человек.
Да, учитель. Тогда, малыш, побереги себя. Через себя в наш мир суждено прийти неповторимым стихам. И твое имя прославится. Сонгу, твоя мать, видимо, уже соскучилась по тебе. Не успела привести меня, а уже соскучилась. А может, она озябла и погреться желает? Нет, нет, учитель. Моя мать не боится холода. Это она и вправду соскучилась без меня. Я это хорошо знаю. Мой сын, ты был выпрошен от судьбы только ради мести. И пока не свершится справедливое, пусть не будет у тебя ни жены, ни детей, ни счастья, ни печали. Ты должен отомстить, иначе не исполнишь своего предназначения. Скажи, пока я еще жив, ты исполнишь это? Да, отец. Thank you.
Эй ты, мудрый даос, отвечай скорей. Здесь ли по-прежнему дом уважаемого Цая? Да, это дом Цая. Ну тогда пойди и позови мне скорее кого-нибудь из породы Цаев. Вы можете поговорить со мной, ведь я сын Цая. Как сын? Как так, сын? Разве у Цая был сын? Да. Я сын от его второй жены. У меня мать немая. Вот как. Ян! Ян, где? Эй, старая тигрица, чего орешь? Позови-ка лучше своего хозяина, позови его. Вот я, самолично явился. 25 лет прошло. Всю жизнь Бога молила, а ты живой. Почему? Так он умер, говорят, твой муженек. Умер! Иди, сумку, гляди. Хорошенько запомни его. Вот кому ты должен отомстить. Серпом его, серпом на мелкие кусочки, как он мою дочку. Никого дома нет. Все ушли на море. Рыба пришла. Не пустите ли переночевать во дворе на телеге? Ночуйте. Thank you.
Если хочешь, пойдем со мной. Я отведу тебя в горы, к моему учителю. Он исцелит тебя. А родные? Им все равно суждено потерять тебя. Ты скоро должна умереть. И времени медлить у тебя нет. А пойдешь со мной, будешь жить. Но знай, что эту жизнь ты получишь не для себя. Ты будешь служить людям. И еще. Ты должна выбрать самого худшего из людей и стать его женой. Такова будет воля учителя. Ты слышала? Сын у него, оказывается. Сын. Он маленький, но он подрастет. Он станет сильным, а я слабею от старости. Ты не будешь отомщен. Живи спокойно. Откуда тебе знать? Знаю. Ничего ты не знаешь, глупая баба. И в голове у тебя солома. Все-то она знает. Лечит людей, денег не берет. Ну зачем ты мне нужна, пророчица? Лучше ребенка родила, сына. Не будет у нас ребенка. И это знаешь. Не будет детей. Никто у нас не родится, значит, никто и не умрет. А твои грехи искуплю я. Я ведь все на свете знаю. О каждой птице знаю, о каждой реке, о каждой горе. Да что ты несешь, полоумная? Вот навязалась на мою голову. Меня послали к тебе. Кто послал? Кто? Те самые, что живут скрытно. Те самые, что умеют повелевать на расстоянии. Это они до сих пор не дают нам всем погибнуть. Кончает мучительной смертью, я смею действовать от имени Бога. И люди смотрят на меня, как на привратника, стоящего у входа в иной мир, куда попадают после смерти. А я вот один на этой дороге и никогда не встречался с Богом. Узнал ли ты меня? Узнал, святой учитель. Сунгу, пишешь ли ты по-прежнему стихи? Нет. Я разучился. Позабыл все это. Человек всего лишь тростниковый флейт, на который кто-то играет. Стихи, написанные тобой в детстве, говорят об этом. Нету такой истины, которую обозначают словом «я». Есть такая истина, святой учитель. Вот я, а вот вы. Две мимолетные иллюзии, два сна, о которых никто помнить не будет. Но ведь мы стоим здесь, святой учитель, и головы у нас мокрые от дождя. Не мокрые это головы, сынок. Это две неясные сущности, блуждающие по своим призрачным путям между началами инь и янь.
Что же за путь у тех, кто погибает во младенчестве? У листвы, опавшей в самом начале лета. У маленьких мышат, нечаянно утонувших в ведре. Сынок, не было никакого пути. Они вышли утром на дорогу, и их неожиданно настиг сон. И во время этого сна воды, омывающие царство земную жизнь, отнесли их назад, к самому началу круга превращения. А у тебя и у меня другой путь. Путь поэта и путь странствующего монаха. Если маленькому ребенку отрубают голову, то о каких небесных законах можно толковать, святой учитель? Тогда только месть. Вот единственный закон. Лёшка, кончай работать. Да кончил уже. Куда бежишь? Высокий немой. Вёсла-то сними. Эй, высокий немой. Весла убери. И лодку подали на берег вытащи. Чего это он? Где-то за рекой добыл немой. Сетью добыл, наверное. Когда женится, у нас гуся приносит. Когда сватают, что ли? Или на свадьбу. Бери гуся! Жениться будешь.
Сегодня опять в клуб пойдешь. Ну. А ты? Я нет. Ты иди, Леш. Там тебя Люба ждет. Вчера пришел в клуб, а ее нет. Зашел к ней в барак. Она как пришла с рыбы, так сидит на стуле. Плачет. Эх, Леша, говорит. Тебе жениться нужно, Любе. Я что? Я не против. Эй, ты! Тебя! А? Меня? Парень, а парень, ты на лесопилке работаешь? Эльза! Да сейчас, погоди. Парень, а парень, достань мне дранки. Сделай карамчи. Утащи с лесопилки дранок, а? Сможешь. Сегодня? Да когда хочешь. Дом строю. Свой. Штукатурить надо. А дранок где взять? Я штукатурить могу. Надо прибить шифер, шифер могу. Охра, белила. Красить тоже могу. Давай, парень. Все это годится мне. Работай. А я буду бесплатно кормить тебя в столовой. Нет, не надо. Не хочешь? А чего хочешь? Ничего не хочу. Завтра приду после работы. Эльза! Да сейчас иду. Где ты всему научился-то? Все ты умеешь, парень. Я рабочий. Я тоже рабочая. Но пойдем на Василия справлять. Это ничего, что ты не русский. Я ведь тоже не русская. Ох, если бы ты знал, парень, сколько я пережила. Носила меня по свету. Румынка я. Никого у меня здесь нет. Одна на свете живу. Брат в Гомеле жил, в оркестре играл. Да спился он. Я в Харбине была, и в Корее, и в Канаде. А теперь здесь решила остановиться. Все, парень, точка. Никуда отсюда не тронусь. Надоело мне по свету мотаться. Не молоденькая уже. Хочу детей народить. А иначе для чего же я на свете живу?
Мам, спой песню. Ну, мам, пожалуйста, спой. Нельзя тут петь. Ну, почему? Спой, мам, пожалуйста. Не брони меня, родная, что я так люблю его. Скучно, скучно, дорогая, жить одному без него. Я не знаю, что такое. Матушка, простите. Вам было страшно ехать сюда. Знали, наверное, что умрете здесь. Будьте мне заступницей перед духом отца. Пусть отец не беспокоится. Скажите ему, что я не забыл своего друга. Нет, не забыл. Человек, которого я должен убить, живет недалеко отсюда. И я еду туда. Найхора Танцань, кому выходить поспешите? Стоянка одна минута. Ой, смотри, там место есть. Давай туда сядем. Не толкайся, дай как ногу. Смотри. Ты без меня не найдешь. Я помогу. Где живет учитель Ян? Знаю. Вот в этом доме. Вы уже пришли. Но ведь ты, кажется, моя сестра. Да, сестра. Как же так? Thank you.
груди. Он здесь живет. Красивый человек, как будто видела его где-то. Я Цайсунгу. Где он, убийца? Пусть Ян выйдет сюда. Цайсунгу. Не пугайтесь меня. Не бойтесь. Яблоко. Трава. Яблоко упало в траву, бабушка. Кто меня поднял и положил сюда? Я ведь совсем больной, мама. Совсем еще маленький. Вот сейчас я расплачусь, чтобы мать покормила меня. Но ведь она ничего не слышит. Напрасно я плачу. Снег падает сверху, а лежит внизу. Так кому же он принадлежит, земле или небу? Хорошо ли? Вам нравится? Благодарю вас за моего ребенка. Отныне пусть он будет и вашим сыном. Цайсунгу, я тебя давно ждала. Я знала, что ты заболеешь. И я одна на всем свете могу вылечить тебя. Не поднять бы мне тебя, Цайсунгу, но помогло мне твое непокорство смерти. Больной, если он покорствует смерти, клонит перед ней голову. И потому под его шею не просунешь руки,
когда захочешь поднять его с подушки. А под твою шею рука всегда просовывалась легко. Когда ты вошел, сжимая в руке острое железо, я подумала, вот пришел мститель, которого всю жизнь в страхе ждал Ян. А вот уже умер Ян. Год назад как умер. И исчез с лица земли, как не было. Как так умер? Спился он со страху. А в прошлом году, к осени, когда задули сильные ветры с моря, ему и пришел конец. Thank you.
Разрешите мне быть вашим сыном. Что это значит? Thank you.
Ханонимут. Утягаю у Редриги. Это же порядился. Скажите, сестра Чен, для чего нам небо дает детей? Для божественной радости, полагаю, сестрица. Вы ошибаетесь. Для того, дети, чтобы мы еще крепче запутались в сетях судьбы. Нет. Ради того, наверное, чтобы любовь блаженствовала на земле. Любовь. Что-то я позабыла о ней. Любовь разулась, как мы с тобой, и на сопку убежала. Вот теперь, где наша любовь, сестрица. Знаете, сестра, чего я всю жизнь больше всего боялась? Чего же? Море. Да, море. Больше всего боялась, что когда-нибудь утону в море. Ведь недаром же меня прозвали невестой моря. Что вы делаете, сестра? Надоело мне все. Уеду я отсюда. Уеду. Куда же вы уедете, сестрица? А куда-нибудь. На пароходе. Не боюсь я теперь ничего. Поедемте и вы, сестра, если хотите. Как же я останусь без вас? Я тоже поеду. А вон, смотрите, и птички летят из огня. И ведь не сгорели. Но ведь это обыкновенная красная заря.